Звенигороде создано новое первичное отделение партии «Единая Россия». Такое решение было принято в ходе очередного заседания политического совета Одинцовского местного отделения партии, прошедшего в формате видеоконференции. Одним из главных пунктов повестки дня стало обсуждение плана работ фракции во втором полугодии. Ключевым направлением деятельности депутатов в этот период была работа с обращениями граждан. Новая первичка вольется в работу в кратчайшие сроки.